Сегодня именно ты можешь выиграть данный нож за 30 тысяч рублей, чтобы он оказался у тебя в инвентаре. Тебе надо подписаться на канал и поставить свой царский лайк, и также оставить комментарий, зайти ВКонтакте или Телеграмом. Писать комментарий можно сколько угодно и с разных аккаунтов. Ведь именно так я смогу с тобой связаться и отдать приз. Выполнять условия нужно под всеми роликами, где есть данный розыгрыш. За моей спиной 5000 рублей на гифдропе — это легендарное возвращение, потому что вчера я залетел на ТЦ спустя 2 или 3 недели и такой: давай проверим, с 1000 рублей возможно меня купить. Меня попустил. Псайт просто развернул мне и сказал, что мне делать здесь нечего. Я обиделся, ушел. Но через день пришел, закинул 5000 рублей. И сейчас хочу проверить этот сайт, насколько сильно он может окупить. Сразу говорю, моя задача — проверить самые дорогие кейсы, проверить все кейсы, которые только здесь возможно, и попробовать окупиться. Цель — это 15-25 тысяч, которые я хочу вывести примерно через 15-20 минут. Сразу скажу, для всех тех, кто будет здесь играть, мужики, у меня есть промокод, и сегодня это PR40. Постоянный сайт, самый рабочий и самый окупаемый промокод, который даст тебе плюс 40% на абсолютно любую сумму. Когда ты залетаешь и депозитишь, допустим, 1000 рублей, ты получаешь плюс 40% совершенно бесплатно. Помимо этого, ты получаешь 32 токена, то есть помимо того, что ты просто получил бонус, который дает самый большой, ну, потому что PR40 дает 40%, а больше 40% здесь просто нет. А к тому же, этот промокод тебя еще и окупит. Также, залетай в барабан бонусов, используй барабан, вводи промокод, который ты видишь на экране. Я постараюсь его... Ой. Почему произошла ошибка? Ну, короче, он должен работать. А, он заработает. Просто я нажал нечаянно 2 раза. В общем, здесь может тоже выпасть какой-то скинчик. В прошлый раз нам выпал скин за 2 рубля. Ну, неплохо. Кстати, сейчас тоже рандомный скин. Короче, рандомный скин — это сам... Ну, самый, наверное, слабый скин, который только здесь есть. Тоже 2 рубля. Но ничего страшного, 2 рубля все равно приятно, поэтому полетели. Наша задача сейчас — подкрывать максимум кейсов. И давайте... Блин, давай начнем с самого дорогого. Опасные бабочки. 2287 рублей. Ну что, поехали? Я помню этот кейс. Мы его открывали, и он неплохо окупал. Здесь 4 бабочки на один раз. Больше не будем, потому что боюсь, если сейчас каким-то чудным образом мы сольем... Бабочка волны просто прилетает. Бабочка убийством пролетает. И сейчас 100. Блин, конечно, вот эта музыка, которая играет на фоне, это супер круто и супер завораживающе. Но когда тебя сливает, тебе супер обидно. Так, хорошо, поехали по Вегасу пройдем. Это один из самых любимых моих кейсов. Короче, суть кейса в чем? Когда ты его открываешь, здесь ничего не видно. То есть ты даже приблизительно не можешь понять, что тебе выпадает. А тебе выпадает? Отлично, 453 рубля. В прошлый раз, когда мы открывали, нам выпало рубля и 20. Сейчас нас окупило. Тогда с опасного бабочка переходим на тающий лед. Также ровно на 10 раз 940 рублей. Блин, и вот я вот этот кейс обожаю, просто потому что я здесь вижу 3 керамбита. Я когда вижу 3 керамбита, я когда вижу, что одно открытие стоит 90 рублей, плюс еще тебе могут выпасть токены. Кстати, токены мы сегодня точно проверим, поэтому чем дальше мы пойдем, тем 100% будет интересней. Отлично. 483, 672, я забыл. Если вы играете на гифдропе, не забывайте, что этот сайт посвящен именно 1488. Ни хрена себе. Плюс 500 рублей на ровном месте. Не знаю, нужно открывать пикник или нет. Я бы хотел пооткрывать кейсы, которые я ни разу не открывал. Например, Alan Wake. Это точно я не открывал. 2 ножа. 2 пар перчаток. 914 рублей. Отлично. Замечательно и просто прекрасно. Полетели. Обмотки рук плохо. Предсказание. Стартрек. Бля. Ну, такое. Хотя раз, два, в принципе. Стоп. 109 рублей, 400 рублей, подожди, а мы сколько потратили? А мы потратили 900. Ну да, фиговенько, но в любом случае у нас остались яйца, и я уверен, что сейчас нужно найти какой-нибудь просто рабочий кейс. То вы понимали, вот когда мы открываем кейсы, допустим, на таком сайте, как... Вау, Азимов можно открыть, или Нуар, демонический. Блин, а тут вообще очень много кейсов, которые я вообще ни разу не открывал. Вот, допустим, Азимов я вообще не открывал. Давай на 3 раза крутнем. Ну понятно, что здесь 100% должна быть вся коллекция Азимов. Это Азимов 1, 2, 3, 4, все. То есть, если бы здесь не было. Здесь не вся коллекция Азимов, потому что есть еще так 9 Айзек Азимов. Вы навряд ли об этом знаете. Ну ладно, это я уж повытрепался, типа, если вы смотрите мои шорцы, тогда, возможно, вы узнаете. 688 рублей. Здрасте, приехали. Ну ничего, гифдроп — это такой сайт, на котором нужно открывать максимально много кейсов. То есть, чем больше кейсов ты открываешь, тем больше тебя окупают. Вот, например, кейс Хабибочки. Можем открыть. Кейс приключений. Можем открыть. Так, ну вообще, в принципе, здесь очень много кейсов. Вот, мини-Йода. Я, кстати, Мандалорца смотрел. Нереально крутой сериал. Опа. 2 пар перчаток, 2 пар ножей. Почему я постоянно обращаю внимание на ножи и на перчатки? Потому что с этого сайта падают и ножи, и перчатки с абсолютно любого. Ну, по крайней мере, так было раньше. Это последний раз было примерно 2 месяца назад. Но это происходит. 360, 261, 647. Not bad.
1500, полоска срываем, ну, срываем, в смысле сливаем. Но можно открыть взрыв красок. 914 рублей. Три ножа фрихант и один... Блин, я, по-моему, открывал его вчера, если честно, меня так он попустил. Конечно, возможно, сейчас будет что-то другое, но я очень... Star Trek. Блин, был бы это финек Star Trek. Это было бы просто феноменально. Но финька Star Trek нету. Поэтому у нас 800 рублей, это супер плохо. Ну, давай проверять дальше. Давай проверять молики, давай проверять гламурный кейс. Давай проверим то, что нравится. Ковбой нет, кейс дракона, да. Да, давай кейс дракона. Кейс дракона на 2 раза, на 4... Нет, давай на 3 раза, на 600 рублей. Тоже 4 ножа, Драгонлор, Принц, Пламя Дракона, АВП Бах. Поехали. На самом деле даже не надо, наверное, думать. Просто берешь, просто открываешь. Почти нож. Да, это 145 рублей, 389 рублей на балансе. Блин, где этот дракон? Кейс дракона. 205 рублей, почти выпал нож. Ну, либо луны, либо кейс Лема, мини-йоду. Кстати, Дарт Вейдер. Вот открывали йоду, теперь можно Дарт Вейдер. Блин, только один раз. Опа, весь сет красный, мне это нравится. Два ножа, одни перчатки. Может быть... Блин, кстати, Дарт Вейдер вообще нереально круто выглядит. Вообще обалденно. Можем, кстати, в следующий раз попробовать... Стоп, сколько? Вау! 160... 8000 рублей! Такой еще эффект у него крутой. Сделал скриншот. Так, ну и что? Давайте тогда будем его выводить. Мужики, если будете использовать промик, используйте промик PR40. Дает плюс 40% на абсолютно любую сумму. И, конечно, не забывайте зайти вот сюда, в ивентик, потому что здесь в ивентике вы получаете 243 токена. Это просто жесть. А я поставлю этот нож на вывод, и мы будем играть со 183 рублей.